настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Говорим о войне и санкционной изоляции России. В эфире с нами политик Дмитрий Гудков и военный эксперт Сергей Грабский. Владимир Путин посетил штаб российских войск, которые действуют на территории Украины. Там были министр обороны Сергей Шойгу, глава генштаба Валерий Герасимов, командующий войсками в Украине Сергей Суровикин. И об этом визите сообщили на следующий день. А вот еще и Сергей Шойгу, министр обороны России, якобы на месте проинспектировал группировку войск. Хотя, конечно, показывали кадры из вертолета, как потом выяснили расследователи. Это все летало над Крымом. Вот в каком смысле это все происходит? Некоторые военные эксперты считают, что в этих вот пропагандистских сюжетах есть намек на возможное наступление российских войск даже, хотя вроде бы ситуация достаточно такая не балующая нас новостями о событиях, которые происходят на линии фронта. Хочется, конечно, понять, что там происходит в зимнее время, где идут главные тяжелые бои и вообще, что делается с российскими вооруженными силами, которые достаточно закрыты от, получения информации. Мы понимаем, что украинские войска удерживают ту линию обороны, которая сейчас есть. Вы видите эту есть такая картинка непонятная, где-то летает господин Шойгу со своими коллегами. Я еще раз замечу, что расследователи считают, что это где-то происходило в районе Артемовска. По крайней мере, точно не близко к линии, где идут реальные бои. Это мы сейчас с вами видим картинку с этого совещания в штабе, которая выглядит как некая заявка на то, что то ли начнется наступление российских войск, то ли оно не начнется. И некоторые иностранные западные эксперты как раз считают, что такое наступление может начаться, и можно ли ждать от него успеха. Зная ту ситуацию, в которой находятся российские вооруженные силы, они считают, что таких возможностей сейчас у российской армии, слава богу, нет. Хотя в некоторых районах, конечно, военные действия ведутся, достаточно напряженные. Это прежде всего Бахмут, который стал такой точкой, где фактически перемалываются вооруженные силы России, где войска, прежде всего ЧВК «Вагнер», используют освобожденных из тюрем людей как такой, штурмовой материал. Когда люди бросаются в наступление неподготовленные, все это выглядит как какой-то ржавский плацдарм. Из того, что мы в последнее время интересного видели, мы можем заметить, это публикация в газете «Нью-Йорк Таймс»,
где анализируется ситуация на начало российско-украинской войны, и достаточно подробно показано, что там происходило, как шли попытки предотвратить эти события, как под огромной секретностью готовилась эта операция, ну и, прямо скажем, картина путинской вот этой авантюры вырисовывается достаточно трагическая для Украины прежде всего. Ну и российские силы там потерпели тяжелое поражение, что привело, конечно, к относительному, что ли, успокоению в том смысле, что пришлось в конце концов силам российской армии уходить из Киевской области, хотя при этом были, конечно, нанесены огромные потери обеим сторонам. Ну, а сейчас вот мы пока ждем, когда к нам подключатся наши коллеги. И мы знаем, что вот последние дни, ну, вот это уже утро понедельника началось с очередной атаки дронов на Киев и Киевскую область. Были нанесены, опять же, повреждения инфраструктуре. То есть, в общем, сложилась такая обстановка, когда в ходе путинской войны против Украины Россия продолжает ракетные обстрелы критической энергетической инфраструктуры. Ну вот так, 16 декабря, например, было выпущено по тому же Киеву 16 ракет, 98 ракет. И, конечно, возникают вопросы, какова цель вот этих вот бесконечных атак на инфраструктуру, какова политическая цель этой тактики. В конце концов, противовоздушная оборона работает все эффективнее против и ракет, и дронов, и процент сбитых вот этих вот ракет и беспилотных летательных аппаратов все увеличивается. В общем, пока непонятно, какое все-таки значение придается этим операциям. Вот чего хочет добиться Владимир Путин, поскольку мы видим по тем отзывам, которые есть у всех, кто следит за обстановкой в городах Украины, что люди мужественно терпят вот эти лишения, и ситуация остается достаточно сложной. Ну вот к нам подключились Дмитрий Гудков и Сергей Грабский. Вот давайте первый вопрос все-таки вернемся к этому появлению Путина в штабе Шойгу якобы с инспекцией. Дмитрий, что это такое? Что это за демонстрация? Решили показать, что Путин самолично руководит всем и войсками, и вот этими ракетными ударами, о которых я сейчас говорил? Я думаю, здесь несколько причин. Ну, во-первых, нужно показать, что у нашего лидера рукопожатие крепкое, что он способен чем-то там руководить. Я думаю, что Кремль работает над коррекцией имиджа, потому что Путин проигрывает на контрасте с молодым Зеленским, который находится в гуще событий, а он такой бункерный дед, который все время прятался где-то и даже боялся коронавируса, встречаясь с министрами за этим 10-метровым столом. Это первая причина, да? Плюс вот эта поездка в Минск на встречу с Лукашенко показывает, что вот он такой геополитический стратег, что у него есть союзники. Вот, я думаю, что он в том числе будет и давить на Лукашенко, чтобы тот присоединился к войне, к специальной военной операции. Вот. То же самое происходит и с имиджем Шойгу. Я думаю, что наверняка какая-нибудь закрытая социология была, которая как раз
ну, по крайней мере, то, что я читал от, из разных, так сказать, телеграм-каналов, куда что-то сливали, якобы была социология, которая показала, что российские граждане недовольны тем, что Путин там, что руководство Министерства обороны как-то немножко дистанцировались от этой специальной военной операции. И, видимо, хотели видеть более, более активное такое его участие. Вот, я именно с этим связываю, потому что вряд ли как-то его появление в кадре там немножко с новых ракурсов повлияет на принятые решения. Я думаю, что это несколько разные вещи. Конечно, какое-то там очередное нападение, я думаю, готовится, но это вопрос имиджа. Хорошо, вопрос Сергею Грабскому. Сергей, собственно, что вы видите здесь? Вот Шойгу якобы на месте инспектировал войска, но там кадры из вертолета мы видели. Вот что все-таки это может быть? Готовится ли российская армия к какому-то зимнему наступлению, или, возможно, это только такие демонстрации каких-то усилий? Относительно того, что Шойгу появлялся на вертолете с озабоченным видом, пролетая над воинскими частями или проводя какие-то совещания, мы имеем абсолютно объективную информацию, что российская армия прилагает максимальные усилия для того, чтобы создать ударную группировку для возможного какого-то реванша. Пока нет четкого понимания, где этот реванш может попытаться произойти, но то, что подготовка ведется, и в этом плане как бы появление Шойгу является абсолютно гармоничным на фоне того, что отец-командир должен как бы увидеть своих солдат, быть в гуще бойцов и среди своих подчиненных, выглядит абсолютно нормальным и как бы не требующим каких-то специальных доказательств. А то, что выбран там, допустим, Крым или какие-то другие локации в Южном военном округе, это уже как бы детали и, в общем-то, знаете, так называемый информационный флёр, если хотите, который имеет своей целью, в том числе я полностью поддерживаю Дмитрия, поддержать или повысить какой-то имидж и Шойгу, и Путина. Но объективная реальность такова, что Москва не оставила своих идей и не отменила свои стратегические цели, которые состоят в том, чтобы уничтожить Украину. И напряженная работа ведется по всем направлениям для того, чтобы создать уже традиционную российскую армию, армию мобилизантов, для того, чтобы сжечь ее в войне с Украиной. Ну а что сейчас происходит на линии фронта? Где идут главные тяжелые бои? Это по-прежнему Бахмут? Да, на сегодняшний день мы выделяем, в общем-то, три основных направления, по которым ведутся боевые действия. Самая сложная ситуация сохраняется на Бахмутском направлении, где противник, не считаясь потерями, в общем-то, Вагнер, Пригожину нет необходимости считаться с потерями, потому что он опирается на довольно значительные ресурсы и абсолютно малозатратные ресурсы российских заключенных, пытается пробиться через украинские позиции и в районе Бахмута, и ведутся серьезные боевые действия, имеющие целью окружить Авдеевку, и сейчас идут уже уличные бои в Марьинке с обстрелами как бы близлежащих населенных пунктов. Марьинка – наиболее сложное место на сегодняшний день, потому что там создается угрожающее положение для группировки украинских войск, оперирующих в районе Угледара. А Угледар является, в общем-то, критичной точкой на карте войны, потому что с Угледара украинские войска могут наносить удары и по Волновахе, как узлу коммуникации, так и по предместьям и по коммуникациям в районе Мариуполя, что серьезно осложняет логистику противника. Ну, второе по значимости, кроме Донбасса, Донецкой области направление, это, конечно же, Луганское направление, и там на сегодняшний день бои локализовались на участке фронта от Сватова до Кременной, где украинские войска пытаются продвигаться. Одновременно российские оккупанты пытаются контратаковать, не всегда безуспешно, это признают все. И таким образом, несмотря на отсутствие видимых изменений на карте, мы наблюдаем очень активные боевые действия. На других участках фронта идет обмен артиллерийскими ударами, ударами систем залпового огня с разной степенью эффективности. Но украинская армия имеет четкую задачу размягчить или расшатать оборону противника на южном направлении и создать
предпосылки к дальнейшему наступлению на Мелитополь с выходом на побережье Азовского моря и превращению полуострова Крым в остров Крым с последующим его освобождением. Ну, то есть вот эта вот новость, которую давал Forbes, что армия Украины готовится к контрнаступлению перерезать пути снабжения на Крыму, это может соответствовать действительности. Хотя, в общем, я в интервью вашего главкома Залужного, в общем, не увидел такого прямого указания на такой план. Ему и не говорятся, но, в общем-то, имея общее представление о характере боевых действий, о задачах, которые могут быть выполнены, подчеркиваю, могут быть выполнены, является очевидным южное направление и задачи, которые ставит перед собой украинская армия по освобождению именно этой территории и ликвидации, в первую очередь, так называемого Крымского коридора. И Мелитополь здесь является ключевой точкой. То есть с освобождением Мелитополя можно говорить о конце российского присутствия на юге Украины, включая Крым. Да, давайте теперь еще про вот эти вот бесконечные ракетные атаки. Я хотел Дмитрия спросить, вот как вы видите, так сказать, политическую цель этой тактики Владимира Путина, бесконечные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры, то там в пятницу 98 ракет, в понедельник вот там десятка-полтора, я так понимаю, беспилотников. В общем, чего добивается власть российская? Я думаю, что Путин просто использует... использует наступившие как бы холода, да, это единственное как бы время в году, когда он может попытаться разрушить вот эту инфраструктуру энергетическую, нанести максимальный урон Украине, да. Бесполезно это будет делать уже весной, летом. У него осталось, грубо говоря, пару месяцев для того, чтобы вот этот свой козырь использовать, да. Он же все мечтал о том, чтобы генерал Мороз выступил на его стороне. Поэтому он будет использовать вот как раз именно зимнее время. Я думаю, что задача-то у него очевидная. Он хочет заставить и Запад, и Зеленского пойти на некие переговоры мирные, я так думаю. Да? Он хочет добиться этих переговоров на своих условиях. Вот. Но создает себе таким образом переговорную позицию. Только это не политическая его, наверное, террористическая, скорее всего, стратегия. Потому что он уничтожает инфраструктуру гражданскую, он наносит максимальный урон именно мирному населению Украины, да, и надеется, что там изменится настроение. Вот такой, видимо, настрой у Кремля. Вот мы сейчас попытаемся сделать так, чтобы украинцы устали от этой войны и были готовы, грубо говоря, к каким-то компромиссам на условиях Кремля. Но я не думаю, что эта тактика сработает. Как мы видим, она дает ровно обратный эффект. Вот, а главное, демонстрирует всему миру, что Украину нужно дальше поддерживать. Демонстрирует, что Путин самый настоящий террорист, террорист номер один. С террористами особых переговоров не ведут. Или ведут, только выигрывая время. Сергей, вопрос. Вот есть ли какое-то реальное прямое военное значение у этих ракетных налетов? Или нет? Абсолютно никакого военного значения у этих налетов нет, потому что, ну, давайте рассуждать логически. Основной объем техники, вооружения и боеприпасов сейчас поступает из-за рубежа. То есть на них никак не влияет повреждение или остановка в работе каких-то энергогенерирующих предприятий. А войска на передовой, в общем-то, не сильно зависят от света, они больше зависят от топлива, с топливом проблем нет. Поставки вооружения и боевой техники с Запада осуществляются, ну, по всему периметру западной границы и юго-западной границы, поэтому нанести какой-то удар, который мог бы остановить эти поставки, ну, в принципе невозможно. Ремонтная база вооруженных сил Украины, она самодостаточна, то есть мы уже привыкли и нарастили возможности, которые позволяют в случае отключения энергогенерирующих, прерывания энергогенерирующих сетей работать от генераторов, и с этим наши инженеры справляются очень хорошо.
То есть эффект практически нулевой. Да, есть некоторые задержки там, в движении поездов, допустим, но опять же, имея очень разветвленную сеть железнодорожных и автомобильных дорог Украины, это практически не дает никакого положительного результата, имеется в виду положительный результат для российской оккупационной армии. И с точки зрения восприятия обществом, даже если кто-то, не дай бог, в украинском политическом руководстве случайно обмолвится о каких-то попытках переговоров с оккупантами и террористами, это для этой конкретной персоны закончится, ну, как минимум, политической смертью, и этот человек больше никогда не всплывет на политических горизонтах Украины. И таким образом, ну, как бы находясь и в эпицентре этих событий в Киеве, я наблюдаю ситуацию абсолютно противоположную. Даже люди, которые когда-то питали некие сантименты относительно России, русского мира, сейчас перешли на просто откровенную русофобскую позицию, что не добавляет, опять же, никакого позитива в расчеты Путина на то, что украинское общество устанет и пойдет и будет принуждать свое политическое руководство на какие-либо переговоры с противником. А усилилась ли украинская противовоздушная оборона настолько, чтобы сделать эти налеты неэффективными совсем? Вы знаете, к сожалению, ни одна система в мире, какой бы хорошей она ни была, не имеет такой возможности, чтобы перекрыть 100% воздушного пространства и избежать нанесения каких-то, пусть одиночных, но чувствительных ударов. Поэтому украинская система противовоздушной обороны может наращивать свою эффективность, но полностью исключить вероятность нанесения таких ударов невозможно. Их можно сделать беспрецедентно дорогими для противника с минимальной эффективностью. То есть даже сейчас мы имеем среднюю эффективность. Я понимаю, что украинские средства там сообщают чуть ли не о 80%, но реальная эффективность по моим оценкам составляет где-то порядка 67-70% максимум. То есть из 10 ракет, 3 ракеты все равно попадают, и нужно отметить, что они попадают не всегда в пустое место, и да, террор против мирного, подчеркиваю, против мирного населения имеет место, но с каждым разом эффективность использования именно воздушных целей для нанесения удара по украинским объектам становится все более и более низкой. Ну а если появятся комплексы «Патриот» американские, то ситуация изменится принципиально? Вы знаете, принципиально уже не изменится, потому что фактически максимум эффективности это может быть до 90%. То есть, ну, еще на некоторое количество ракет противник вынужден будет использовать их больше просто. Но серьезно она уже не изменится. Просто мы достигаем своего предела эффективности, в общем-то, на мировом уровне. Просто здесь стоит вопрос о том, что будет использоваться. И действительно тревожными являются новости о том, что Иран якобы заключил уже договор с Россией о поставке баллистических ракет. Это может несколько усложнить на каком-то этапе способности и возможности противовоздушной обороны. Но серьезно переломить ситуацию оно вряд ли уже сможет. Тем более в расчете на то, что мы будем получать более современное дальнобойное орудие, как показал пример Энгельса, удары будут наноситься уже не по, как говорится, результатам, а по источникам нанесения ударов, то есть по объектам, которые находятся не на территории Украины. Ну, еще одно событие. Понедельника Владимир Путин лично приехал в Минск. Александр Лукашенко встречал его. Обещали обсудить принятие неотложных решений, связанных с экономикой. Но пока вот из этого заседания пошли такие общие фразы. Вот, например, Александр Лукашенко что сказал? Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. Это наш ответ. От того, насколько мы будем успешны в этой работе, зависит место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой системе международных координат. Ну вот две диктатуры налаживают отношения, достаточно знакомые
картина очередных разговоров Путина и Лукашенко, публично об экономике, а не публично, мы не знаем о чем, но можем догадываться. Дмитрий, все-таки как у вас ощущение? Может ли Москва, Путин добиться от Минска, от Лукашенко какого-то прямого участия в войне против Украины? Добивается ли она? Или им достаточно использования Москве, я имею в виду Путину, территории Беларуси? Ну, мне бы не хотелось давать прям прогнозов каких-то, да, я уже ошибался, например, когда меня спрашивали, верил ли я в перспективу большой войны. Но что-то мне подсказывает, что Лукашенко сделал все возможное для того, чтобы вот непосредственно участие в этом не принимать. Тем более, что ему удалось соскочить в самом начале, еще тогда, когда многие пророчили победу там, России, когда все были уверены в какой-то там в быстром захвате Киева и так далее. Помните, да, все эти западные спецслужбы давали такие прогнозы. Вот. Но даже тогда Лукашенко сделал все возможное для того, чтобы вот непосредственное участие не принимать в этой так называемой, как они называют, специальной военной операции. Сейчас ситуация для Путина ухудшилась, да, во-первых, никакого блицкрига не получилось, раз. Во-вторых, Лукашенко увидел консолидированную позицию Запада. Запад его не любит, совершенно очевидно. Но одно дело, когда ты просто диктатор, узурпировавший власть в своей стране, да, а другое дело, когда ты военный преступник и совершаешь преступление на территории другой страны, тем более, которую поддерживает коллективный Запад. Поэтому Лукашенко... Позиция, конечно, сложная, да, потому что он от России зависит. С другой стороны, а что Путин сделает с Белоруссией, если вдруг там не будет Лукашенко? Он же контролирует там пока ситуацию. Он контролирует силовиков. Давайте себе представим, что завтра, например, как многие эксперты пророчат, не знаю, там, Путин решит избавиться от Лукашенко. Как он потом будет Беларусь контролировать? Там же такие революционные настроения поднимутся, что просто... И Путин столкнется с серьезной просто проблемой. Поэтому, на мой взгляд, Лукашенко будет дальше сидеть на двух стульях. Лукашенко попытается выжать с этой встречи максимум. Какой-нибудь грант получит, какие-то деньги получит. Да, даст Путину очередные обещания, но их не выполнит. Потому что в случае поражения военного путинского режима, то и у Лукашенко становится проблем еще больше. Я думаю, что он не хочет оказаться потом вместе с Путиным на скамье подсудимых где-нибудь в Гааге там, или в любом другом международном суде. Хорошо. Вопрос Сергею Грабскому. Вы вот как оцениваете возможность нового наступления России с территории Беларуси? Об этих опасениях говорил телеканал Sky News генерал Ковальчук, командующий, по-моему, силами «Юг». Что может измениться в такой ситуации? Гипотетической, конечно. Кстати, на сегодняшний день, исходя из той численности и качества войск, которые находятся на территории Беларуси, я говорю о российских войсках, которых там буквально до 10 тысяч, так называемом белорусском корпусе, потому что говорить о самостоятельности белорусской армии было бы смешно. Безусловно, такого количества войск недостаточно даже для проведения каких-то демонстрационных или провокативных действий. Но нужно понимать, что территория Беларуси всегда может рассматриваться как потенциальный плацдарм для нанесения удара, хотя это потребует очень много времени. Давайте будем откровенны. Когда готовилось широкомасштабное вторжение, то в абсолютно тепличных условиях обстановки противник собирал войска в течение практически 10 месяцев для того, чтобы собрать некую группировку, которую... Мы все равно считали недостаточной для того, чтобы осуществить такое вторжение, потому что она не соответствовала нормам и правилам ведения войны, и, в общем-то, мы оказались правы в конце концов. Но на сегодняшний день говорить о том, что безнаказанно удастся собрать такую же группировку войск, ну, на это есть примеры Белгорода, примеры Курской области, примеры того же Энгельса, Рязанской области и Крыма. То есть вряд ли получится создать. Поэтому широкомасштабное, подчеркиваю, широкомасштабное наступление выглядит достаточно гипотетической версией. Но что касается вероятности проведения именно, как я уже говорил, неких демонстрационных или провокативных действий, в случае, если Лукашенко удастся все-таки додавить, и он вынужден будет выставить некое количество войск,
Ну, такой вид боевых действий мы не допускаем. Опять же, от Лукашенко не будет требоваться как бы массового привлечения больших количеств белорусских войск в этой операции, и основную скрипку там будут играть именно российские войска, а белорусские подразделения будут выполнять вспомогательную роль. В таком случае такое развитие ситуации вполне логично, и мы можем ожидать, но это не может случиться буквально через месяц или, допустим, два, потому что современная логистика российской оккупационной армии просто не настолько хороша, чтобы обеспечить массовое и быстрое перебрасывание войск на этот театр военных действий в короткое время. Ну, спасибо, Сергей Грабский, за участие в нашей программе. Мы продолжим с Дмитрием Гудковым. Дмитрий, скажите, а вот как вы восприняли те утечки, которые появились буквально на днях, о том, что в России может быть увеличен срок срочной службы на 1,5, потом на 2 года? Возможно ли такое изменение длительности призыва, так сказать, и что это может дать Путину? Я бы не назвал это утечкой. Да? Утечка – это когда кто-то куда-то слил анонимно и так далее. Здесь мы увидели просто чистосердечное признание, да, военкома, который прям прямым текстом сказал, что следует ожидать в будущем. Вот. Я просто уверен, что эти сценарии отрабатываются уже достаточно давно, потому что я просто не вижу каких-то других механизмов, как Путин может продолжить эту войну без принятия подобных решений. А судя по всему, он собирается идти до победного, или в кавычках победного конца. Поэтому я думаю, этот военком просто в курсе отрабатываемых решений. А тем более надо понимать, что когда на государственном уровне ставятся определенные задачи, значит, сначала собирается информация, да, людям объясняют, для чего она собирается. У людей спрашивают, в какой срок они могут, так сказать, принять те или иные решения, что для этого нужно. Ну, всегда найдется вот такой полезный идиот, который выйдет и прямым текстом расскажет то, о чем его не просили рассказывать. Поэтому это видео быстренько удалили. Это, я думаю, он получил по шапке. Но то, что подобные планы, скорее всего, будут реализовано, возможно, даже без какого-либо анонса. Да? Вот просто в какой-то прекрасный момент сначала мы перейдем на 1,5 года службы, потом на 2 года. Ну и, судя по всему, это и есть стратегия путинского режима на ближайшие годы. Ну, это вот стратегия путинского режима, мобилизационная армия. Но есть как бы стратегия другой стороны, коалиции западных стран. Вот мы видим, так сказать, генерал Залужный в интервью журналу «Экономист» говорит о том, сколько ему нужно танков, там, бронемашин, гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля. В США утверждается рекордный военный бюджет, из которого, так сказать, Украина получит помощь. Финансовая помощь. Европа там дает 18 миллиардов евро. Джо Байден, его администрация просит Конгресс предоставить Украине дополнительно 38 миллиардов евро. Вот такая картина, так сказать, получается, что мир готовится к многолетней борьбе с путинской Россией и ее союзниками вот автократического типа, диктатуры Лукашенко. Я думаю, да. Более того, просто я знаю, что и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе сейчас огромные деньги инвестируются именно в военно-промышленный комплекс. Совершенно очевидно, что к весне мы наверняка увидим какие-то более современные поставки, более современного вооружения. И вот, более того, надо понимать, что когда происходят определенные политические события, Они влияют на разные внутриполитические расклады внутри вот этих стран. Америка, Европа и так далее. Если до 2014 года НАТО было такой спящей, такой умирающей организацией, то сегодня она вновь приобрела актуальность. Да? Совершенно очевидно, что сегодня лоббистский потенциал генералитета НАТО и так далее, он очень сильно повысился. Это, безусловно, отражается, конечно, и на разных решениях, в том числе по увеличению военных бюджетов. Я думаю, военные бюджеты будут увеличиваться и в Америке, и в Европе. И вообще сейчас мы вступаем в такой период, когда
мир будет вооружаться, да, не обязательно только для этой войны, а в целом, потому что Европа долгое время жила с ощущением того, что больше никаких больших войн не будет. И вот она получила реальную войну, и, в принципе-то, оказалась не готова, потому что, когда вот многие политики спрашивают, а где же там поддержка, военная поддержка, когда начинаешь разбираться, то ты понимаешь, что, например, там Германия вообще мало денег тратила там на военные расходы, да, и Соединенные Штаты Америки тоже делали ставку там на новые технологии и так далее. То есть, в принципе, этого вооружения, ну, не то чтобы нет, но его, по крайней мере, ну, мало не мало, но, по крайней мере, недостаточно, да, для того, чтобы Украине увеличить прямо эту поддержку. Вот. Соответственно, сейчас будут скорректированы бюджеты, сейчас будут скорректированы решения, и я думаю, что мы уже через полгода увидим совершенно другой потенциал стран НАТО. Скажите, а как вы оцениваете воздействие санкций на Россию? Вот вступили в действие нефтяные санкции, там потолок цен. Сегодня речь идет о потолке цен на газ, видимо, чтобы противостоять каким-то колебаниям на рынке, я имею в виду, в Европе. В общем, что получилось вот в этой конфигурации санкционной? Там много пакетов санкций Евросоюза, американские санкции и так далее. Сделали ли они возможности режима Путина вести войну меньше? Ну, во-первых, никакие санкции не могут достичь именно этих целей. Потому что любые санкции, они влияют в долгосрочной перспективе, не в краткосрочной. Потому что война ведется Путиным с использованием старых запасов. Совершенно очевидно. Деньги, то, что он тратит сейчас, это деньги там, на зарплаты, на логистику там, и так далее. А там ракеты были произведены, танки достаточно давно. Совершенно очевидно. Вот. Поэтому санкции, конечно же, в долгосрочной перспективе наносят урон российской экономике. Но есть санкции, которые, на мой взгляд, недостаточно эффективны. Есть санкции, которые, на мой взгляд, одни противоречат другим. Это, конечно, такая долгая дискуссия, но если мы возьмем Иран и Северную Корею, то это страны с гораздо меньшим потенциалом, но, тем не менее, они как-то спокойно производят ракеты. Да? Иран у нас развивает ядерные программы. Вот, а эти страны десятилетиями находились под санкциями. Неужели Россия даже в условиях санкций не сможет производить ракеты? Сможет. Только объем вооружения будет зависеть от объема денег, которые сосредоточены внутри страны. Поэтому, на мой взгляд, Западу было бы правильно все-таки посоветоваться с экспертами, экономистами и скорректировать санкции таким образом, чтобы деньги из России как раз выходили. Вот сейчас Центральный банк дал оценку в 250 миллиардов долларов оттока капитала по году. Это гигантская цифра, то есть такого не было, я даже не знаю, было ли когда-нибудь такое. Даже после 2014 года, по-моему, было 170, там 180, ну меньше 200. А сейчас прогноз 252 миллиарда. Но это в условиях ограничений, невозможно вывести деньги. Например, у меня многие знакомые продали квартиры, не знают, как деньги вывести, или выводят с потерями, ну и так далее. Вот, на мой взгляд, было бы правильно как раз открыть любые потоки, денежные потоки, которые идут из России в другие страны. В том числе, если мы берем даже доковидный год, россияне за рубежом, неважно, в туристических целях, не в туристических, тратили примерно 45 миллиардов долларов. Поэтому все эти ограничения, они привели к тому, что деньги просто остались внутри страны. А если мы берем там ограничения по нефти, ну, опять-таки, я здесь ссылаюсь на экономистов, там, иноземцев, мовчан. Ну, хорошо, сколько Россия потеряет от этих верхних, так сказать, пределов, верхних цен, да, ограничений? 5 миллиардов долларов по году. 5 миллиардов. То есть 45 миллиардов остались, потому что людей сейчас никуда не выпускают, у них нет возможности уехать. Я думаю, что еще бы порядка 100-200 миллиардов долларов бы спокойно бы ушли из страны, если бы не было бы ограничений по выводу капитала. Но при этом нефтяные санкции – это, ну, там, 5 миллиардов по году. То есть несопоставимые цифры. И, конечно, я надеюсь, что все-таки
это будет корректироваться, да, для того, чтобы санкции были более эффективными? Ну, пока вот мы можем посмотреть на так называемый 9-й пакет санкций Евросоюза, какую картину он дает. 16 декабря Совет ЕС утвердил 9-й пакет санкций в отношении России. Евросоюз ввел полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов и заморозил активы еще двух российских банков. Отозваны лицензии на вещание на всей территории у телеканалов НТВ, НТВ Мир, Россия-1, РЕН-ТВ и Первого канала. Компаниям с регистрацией в ЕС запрещено предоставлять России услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции. Гражданам Евросоюза теперь запрещено входить в руководство любых государственных или подконтрольных государству компаний, организаций или органов на территории России. Введен запрет на новые инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий секторы. Расширен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотников. Санкции применены против 168 российских компаний, связанных с военно-промышленным комплексом. Председатель Европейского совета Шарль Мишель надеется на эффективность принятых решений. Это показывает, что мы снова находим способ решительно осудить Россию за ее действия в Украине, оказать давление на военную машину Кремля и в то же время обеспечить продовольственную безопасность, гарантировать обязательства Европейского Союза не затрагивать, не угрожать продовольственной безопасности. Вот о чем идет речь. В санкционный список ЕС включены все российские парламентские партии, Роскомнадзор, 3 вице-премьера, 9 министров, 7 губернаторов, 40 депутатов Госдумы, 20 членов Конституционного суда, ряд деятелей культуры, в том числе Никита Михалков. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросоюз за принятое решение. Отдельно хочу поблагодарить вас за ваши санкционные шаги в течение последних 6 месяцев, за пакет финансовой поддержки нашей стране в следующем году в размере 18 миллиардов евро, который теперь может быть окончательно утвержден на уровне руководства. Это жизненно важно. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет бороться с санкциями за счет изменения торговых потоков. Мы будем искать других, более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики. Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынке дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов. Тем временем власти Швейцарии присоединились к новым санкциям Евросоюза против России, а также к потолку цен на российскую нефть. Ну, Дмитрий, по-моему, все идет пока так, в таком, в обычном русле, которое не, так сказать, сходится с вашими идеями. Но я хотел вас спросить о персональных санкциях. Вот эти вот ковровые санкции против невыездных чиновников и путинских олигархов, они полезны? Конечно, безусловно, полезны, потому что одно из... как бы главных условий будущих демократических там каких-то изменений, политических изменений в России является раскол элит. Ну, то есть даже если Путин проиграет на территории Украины эту войну, если он столкнется с военным поражением, то это вовсе не означает, что власть в стране сменится. Потому что у нас есть примеры, там Саддам Хусейн 13 лет жил под санкциями и тоже после военного поражения, ну и так далее. Поэтому... нам крайне важно, чтобы сменился этот режим, потому что если он не сменится, то совершенно очевидно, он просто затаится, при этом затаив обиду на весь мир, переведет экономику окончательно на военные рельсы, произведет большое количество ракет и через какое-то время обязательно начнет новую войну, потому что это единственный инструмент для этого режима – отвлекать внимание граждан от внутренних проблем. Поэтому, на мой взгляд, важно сегодня делать все, что подталкивает этот режим к расколу элит. Поэтому, конечно, нужны санкции против тех, кто несет непосредственно, играет непосредственную роль в подготовке, осуществлении вот этой военной операции, войны. Те люди, которые голосовали за это там, в парламенте, безусловно, те люди, которые имеют к этому прямое отношение. Я считаю, что должен быть создан международный трибунал, где Путин будет объявлен, не только Путин, да, и как бы ближайшее окружение, военными преступниками, потому что это делегитимизирует Путина в глазах собственных элит. Я думаю, что здесь очень важно еще диверсифицировать эти санкции, потому что
Те, кто несет ответственность, должны быть под санкциями. Те, кто выступил против войны или там оказывает помощь Украине, есть такие случаи. Я думаю, это надо максимально поощрять для того, чтобы это было примером для остальных, что у них есть некая exit strategy, что у них есть какой-то вариант. И я думаю, что это будет, конечно, раскалывать российские элиты, потому что у большинства депутатов, чиновников, все-таки семьи, дети, они всегда были в Европе, в Соединенных Штатах Америки, учились в университетах западных. Сейчас им отказывают, их визы аннулируют, их счета арестовывают. Одно дело там потерпеть месяц, два, три, но если это уже будет для них как бы перспектива долгосрочная, то какие-то брожения внутри элит начнутся, я надеюсь. Ну, давайте вот мы посмотрим, как к санкциям относится население, тем более, что санкции прибавляются, а вот как люди видят ситуацию, важно тоже понимать. Честно говоря, нет. Я всегда нахожу какие-то лазейки, где можно что-то получить. И так уже достаточно много санкций, куда уж хуже. Естественно, боюсь. Наверное, любой нормальный человек боится, правильно? Ну, обычно это касается вышестоящих чинов. Но мы тоже ощущаем, как бы и цены растут. Все, что у нас забирают, нас двигает вперед для будущего развития. Те же санкции, которые вводили, они, в принципе, большую роль не сыграли. Да, может быть, в политике там сыграли малую роль, но в повседневной жизни ничего не изменилось. Нет, не боюсь совершенно. Я абсолютно уверена в нашем правительстве и знаю, что оно нас всегда обезопасит, защитит и сделает так, чтобы нам было максимально комфортно. Неизвестность пугает, на самом деле, и как бы хочется жить спокойное время, как раньше. А сейчас, на самом деле, в стране полная неразбериха. Честно говоря, я их просто не особо ощущаю. Но я как жил, так и живу. Огромная страна с огромными возможностями. Почему мы должны бояться? Пусть нас боятся. Да, нас уже, по-моему, ничем не испугает. В том числе и санкциями. Поэтому пускай боятся те, кто их вводит, на самом деле. Потому что, общаясь с друзьями, которые живут сейчас в Европе, по большому счету, у них сейчас проблем, по-моему, значительно больше, чем у нас. Потому что они к ним не привыкли. Но я занимаюсь внешнеэкономической деятельностью. Меня это напрямую касается. Но уже, на самом деле, те проблемы со свифтом, которые возникли, с получением платежей, они оказали прямое воздействие. Дмитрий, ну вот есть не только раскол элит, но есть и раскол мнений внутри населения. Ну вот есть и падение уровня жизни, например, так сказать, которое началось. Считаете ли вы его политическим фактором, который может изменить как-то ситуацию в России? К сожалению, общественное мнение не является таким политическим фактором. Ну, во-первых, как мы видим, пропаганда до кого-то доходит, да, она пока еще эффективна. Но просто, к сожалению, да, граждане Российской Федерации сегодня, там, народ или как угодно можно говорить, гражданское общество, не являются субъектом, да, принятия решения внутри страны. Что бы там ни думали люди, даже если бы сейчас опросы показали, что большинство выступает против войны, все равно это ни на что бы сейчас не повлияло. У нас нет выборов, у нас запрещены митинги, у нас репрессии и так далее. Вот. Поэтому я говорю про важность этого раскола. Да? То есть то, что сейчас люди не чувствуют влияние санкций, это нормально, потому что, по большому счету, санкции пока даже практически не начали особо работать. То есть они не дали еще результат. Даже вот сейчас, буквально там недавно, да, у компании Apple появились проблемы, потому что фабрика китайская не поставляет айфоны, в Европе, в Америке вы сейчас не купите. В Москве можно купить без проблем, да, то есть, во-первых, есть возможность обходить эти санкции. Вот. Но через 2-3 года, я думаю, многие люди поймут, что каждая авантюра военная, там, геополитическая, имеет свою цену. Вот. В какой-то момент люди начнут эту цену платить, просто это не произойдет очень быстро. И падение жизненного уровня будет плавным. То есть не будет какого-то резкого провала, да, как это было когда-то в 98 году. Об этом очень хорошо говорит как раз Зубаревич, в том числе в вашем эфире. То есть это будет такое падение с одновременной адаптацией к новым условиям.
Ну, на ваш взгляд, вот тот же путинский режим, он может выдержать поражение, так сказать, в боях и в то же время сохраниться, представив неудачи как победы? Это возможно, и как этого избежать? Я думаю, что даже если режим не сможет поражение преподнести как победу, вот в этом как раз я сомневаюсь. Потому что если вдруг Путин терпит действительно военное поражение, Украина освобождает оккупированные территории, ну, я не понимаю, какими техническими средствами можно обеспечить, какие могут быть аргументы в пользу того, что это победа. Я даже не понимаю, как это может быть сделано. Но опять-таки, хорошо, люди, даже если осознают, что Путин проиграл, даже если они перестанут его поддерживать, без раскола элит, что изменится? Ну хорошо, вот они на кухне будут это все обсуждать. Возьмем Венесуэлу, возьмем там, Ирак, да, возьмем разные страны. Но где вот, улица или там, общественное мнение является каким-то важным фактором? На что она влияет? Ну, то есть, наверное, на что-то влияет, но, тем не менее, многие диктаторы продолжали на протяжении многих лет контролировать власть внутри страны. Поэтому все будет зависеть от того, в элитах начнется какой-то бунт, заговор, произойдет ли дворцовый переворот, будет ли Путин отстранен от власти. Это будет зависеть от того, ну, во-первых, будет зависеть от санкций западных, да, западные санкции к этому подталкивают. Во-вторых, ну, от качества самих элит. То есть готовы ли они мириться с тем, что они больше не граждане мира, и что их семьи, их дети больше не будут иметь возможность жить в развитых странах. Готовы ли они делить, так сказать, заработанные капиталы с Пригожинами, Кадыровыми? Вот. Либо они не будут терпеть Путина и как-то там задумаются о том, чтобы его поменять. Вот, наверное, ключевая интрига. Ну, а разве не важный вопрос появления у системы Путина своей идеологии, там, так сказать, и каких-то тоталитарных уже методов? То в конце концов старая элита отходит, новые люди с проштампованным этой идеологией оправдания войны сознанием, они будут у власти. То есть здесь тоже есть вопрос. Ну, будущее многовариантно, да, может быть и худший сценарий. Вот. Мы все-таки должны работать на сценарии лучше. Вот. И совершенно очевидно, что все равно война поменяет общественное мнение, появится запрос все-таки на какую-то нормальность. Да? И я думаю, что такие люди, как Пригожин с кувалды или там Кадыров, ну, даже если будут иметь какую-то поддержку в обществе, то эта поддержка будет незначительна. Скорее всего, запрос будет на других лидеров, да, которые смогут остановить войну, которые смогут остановить всю эту конфронтацию с Западом. Я так думаю. Потому что даже социология показывает, как изменилось настроение и общественное мнение после 21 сентября. Но может быть все что угодно, безусловно. Просто я не верю в идеологию, которая строится в коррумпированном государстве, в эту идеологию. Она не искренняя, да, она не настоящая идеология, в нее мало кто верит. То есть ну, это превращается в какой-то обязательный ритуал. То есть если надо сегодня ходить с буквы Z, ты ходишь с буквы Z, но это не значит, что тебе все это нравится. Просто это является неким карьерным лифтом. Да? Вот если ты поддерживаешь власть, если ты соблюдаешь все атрибуты этой власти, ну, значит, у тебя появляется шанс в таком обществе. Но это, в общем, не значит, что они верят во все то, что говорит наша пропаганда. Ну, возможно, что это и утешает, что люди, так сказать, не верят, хотя вынуждены, боясь репрессий, соблюдать правила безопасности. Я благодарю за участие в программе Дмитрия Гудкова, Сергея Грабского. Всего вам доброго.